Ульяновске обсудили требования к внешнему виду многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Все МФЦ должны быть оформлены в едином фирменном стиле «Мои документы». МФЦ – это уже узнаваемый бренд. Все уже знают, что такое сеть многофункциональных центров, и уже обратили внимание, что вот на протяжении последних 2 лет используется так называемый брендбук, который позволяет гражданам по отдельным визуальным якорькам, так скажем, узнавать именно вот этот вот бренд. То есть есть специальная цветовая гамма, которая касается сети многофункциональных центров, есть специальный набор символов, есть образцы вывесок и так далее, и так далее, и так далее. Просто наша задача сейчас сделать так, чтобы сеть многофункциональных центров уже точно была узнаваема везде, и везде требования, которые предъявляются к оформлению МФЦ, они были одинаковыми. Кроме внешнего оформления самого здания, прилегающая территория также должна быть благоустроена. Нам важно, чтобы МФЦ это был не только узнаваемый бренд гражданами, но еще и рассчитываем на то, что МФЦ будут правильно оформлены с точки зрения помощи маломобильным группам населения. Мы стараемся сделать так, чтобы в этот брендбук, естественно, попала цветовая разметка для людей с ограничениями по зрению, чтобы, естественно, были пандусы для того, чтобы инвалиды на инвалидных колясках могли добраться до здания и так далее. На сегодняшний день в Ульяновской области действуют 28 МФЦ, из них 4 в Ульяновске, 2 в Димитровграде, остальные в 22 муниципальных образованиях. Причем многие из них уже оформлены правильно. Эльвира Зямалова, Руслан Батталов, новости Ульяновской правды.